Жалоба на Нестора, иди сюда, пока не уехал. Ему уже было сказано, отказывает за то, что сквернословит. Какая причина-то, что ты не мог что-то найти, там потерял? Ты заматерился, и оно сразу нашлось, подскочила шапка. Ой, я боюсь матерков, вот он я, на голову, тебе наделось бы. Ну так же не было. А зачем ты эти слова говоришь? Ты же знал, что плохо? Да. А зачем говоришь? Мне вот 73 года, я еще ни разу ни одного матерка не сказал за свою жизнь. А не надо, русский язык слишком богат. Весь словарный запас сконцентрировался на 4 словах. И ты гонишь и гонишь их. Это одержимость бесовская. Понимаешь, какая зараза? Маленький ребенок матерился, но ему 6 лет было. Но он заболел. И отец его на руках держит, качает. А он уже предсмертный кричит отцу, что папа, такие черные, рогатые, меня хватают, тащит. Отец пытается защитить. И наконец он закричал и помер. То есть душу 6-летнего ребенка дьявол и сразу в ад затащил. Дьявол и бесы. Ни один сквернослов в Царстве Божьем не будет.